Провести летнее время с пользой не только для здоровья, но и для ума. Оздоровительный лагерь «Детский наукоград» распахнул свои двери для детей Москвы и Подмосковья. Тематика смен разная. В зависимости от профиля, в который дети хотят себя проявлять, и сфера одаренности – это достаточно весьма условный показатель, просто это сфера интересов детей. Это смена технограда, это юные изобретатели, конструкторы, люди с системным мышлением. И сегодня вам всем удалось побывать в будущем, в которые они нас с вами приглашают. Первая техническая. Юные изобретатели, конструкторы, дети с системным мышлением обмениваются опытом и делятся своими знаниями друг с другом. Как собрать робота, напечатать на 3D-принтере – для них обычное дело. Названия локаций в лагере также не вызывают вопросов. Например, отряда, где живут ребята, дистрикт. Дети признаются, так интересней. Следующая смена театральная. Юным актерам предложат всего за одну смену поставить пьесу «Ромео и Джульетта». Организаторы уверяют, что финал спектакля удивил бы и самого Шекспира. Но какая бы ни была смена, есть в лагере один общий компонент – обязательный. Дети получают навыки людей будущего. В каждую смену есть обязательные компоненты, такие как, например, сейфити-статус. Научить ребенка жить в сейфити-статусе в таком поведении, в таком выборе жизненном, такой жизненной парадигме, когда человек, что бы он ни делал, он исходит из приоритета своей собственной жизни и здоровья. Жители детского наукограда понимают, что, собственно говоря, в минуту опасности мы ближе всего сами к себе, и мы должны обладать навыками и привычками, которые здесь тренируются. В детском наукограде это идет по триаде универсального кода, когда первое, мы систематизируем, мы не подменяем собой школу, мы лишь на практике систематизируем те знания, раскладываем их по полкам, которыми они учатся в школе на предмете там, основы безопасной жизнедеятельности. Вторая история. За счет того, что у нас здесь так принято и так модно, это становится жизненной привычкой. И третье. У нас есть своего рода ГТО. Это те навыки, когда человек теоретически знает, что надо подтянуться, а физически подтянуться не может. Так вот, в детском наукограде они учатся скорости реакции, подтягиванию, быстрому выбору в условиях ограниченного времени. Это очень важно. Не знать, а уметь применять. Вы видите личный тренажер каждого ребенка. Когда открываешь, здесь первое, что написано: «Привет, у тебя есть личный дневник?» Так в любом случае это не он. То есть мы сразу ломаем шаблоны и сразу говорим о том, что это приглашение в игру. Посмотрите, даже здесь он рисует не свой портрет, а создает его из специально приложенного конструктора, как бы он себя видел. Хоть зеленые волосы может сделать, полная свобода. Никто из наших преподавателей не имеет права заглядывать в эту книгу. Это история прокачки собственного понимания. Внизу просто написаны нормы. 100 из 10 делают это 5 минут. За сколько сделал это ты? И только ты один, наедине с собой, понимаешь, ты где? Ты в первой десятке или тебе надо покачаться? Не получилось, не расстраивайся. QR-код скачайте, программы занимайся дома. То есть, что касается вашего вопроса по сложности, здесь очень многие программы заморачиваются средиземноморьями, дронами, я забыла все эти фамилии. В общем, здесь все слова – это всего лишь перевод с английского. Self-power – собственная сила. Даже не перевод, а составленные. Кнопка attention пригодится им во всех странах мира, когда они услышат это. Поэтому это достаточно легко и очень полезно. То есть все 10 дней – это большая такая многосюжетная игра, в которой есть интрига. Посмотрите, ребята, когда заполняют свои итоги, они получают шифр. Шифр – не что иное, как знакомо всем нам, с папами, с мамами, морской бой, координаты. Потихоньку здесь появится рисунок. Какой – не скажу. И мама с папами, ждите детей, они вам расскажут, что это за рисунок и как они перешли в safety status, чтобы жить с ним всю жизнь. Свободно, счастливо жить и ощущать себя уверенно. Получить свой сейфити-статус в этой смене удалось почти 30 ребятам из Одинцовского округа. Основная идея – научить ребенка справляться с трудными жизненными ситуациями. Этот дневник у него остается? Остается у ребенка? Он у него остается в виде специального приложения. Они не хотят работать, многие таскать с собой. То есть они уезжают со специальным приложением, в котором они продолжают общаться с нами в течение всего года, выполняя внезапно выброшенные кейсы. Потому что в безопасности очень важно
важно среагировать в момент внезапности, а не когда ты подготовлен и ждешь, что тебя сейчас спросят. Кто разработчик? Координационный центр социальной поддержки молодежи. Я, собственно, автор идеи этой программы и автор методики «Универсальный код безопасности». Контролируя обстановку, оценивая риски, действуй правильно и быстро. По единому алгоритму можно приложиться к любой опасности, а их каждый раз такое множество, что везде соломку-то не подложишь. Для родителей стресс – отпустить ребенка во взрослую жизнь. Постоянные переживания – как он дома, добрался ли до школы. От этих страхов тоже можно избавиться, считают в лагере. Тест на свежем воздухе в родительский день играет и ребенок, и родитель. Помогает Метан Пропанович, который по совместительству вожатый Артем Толкачев. Уже вторую смену работает в лагере. Это вообще социальный опрос, который проводится обычно между родителями и детьми. С одной стороны ставятся дети, а с другой стороны ставятся родители. И, как вы можете обратить внимание, тут у нас есть различные варианты ответов. Что боятся дети сами, когда они остаются дома, да, и что боятся родители. Потом, когда все проголосовали, они меняются местами, и все, собственно говоря, как-то удивляются и понимают, чего боятся их дети и чего боятся их родители. И это помогает прийти к какому-то взаимопониманию, чтобы родители учитывали детей, да, то есть понимали, какие они, вот, например, дети отвечают то, что они ничего не боятся, да, какие дети смелые, и то, что они все знают, то, что никто не войдет, когда войдет грабитель, они позовут полицию или смогут позвонить скорую, и дети понимают, чего боятся родители, и они, например, смогут объяснить то, что мама, я вот в этом случае сделаю так, вот так вот и вот так вот, да, поэтому за меня не бойся, и это приводит к тому, что никто ни за кого не боится, и все хорошо. Наши дети, я думаю, у нас достаточно смелое поколение, они ничего не боятся, и все, кто сюда приходит, они, конечно, кидают красные шарики напротив таблички «Ничего не боюсь». А родители у нас чаще всего они боятся каких-нибудь преступников или то, что ребенок травмирует себя. То есть преступники – это история, которая происходит реже, а вот травмы ребенка – это уже что-то такое вот почаще. Да? Например, ребенок захочет себе приготовить поесть голодный и включит газовую плиту. Безопасность отдыха в лагере под пристальным вниманием председателя Совета депутатов округа Татьяна Одинцова вместе с коллегами неоднократно проводит выездные комиссии, где особое внимание уделяется организации безопасности, питанию и занятости детей. Дети здесь получают и права на велосипед, имитация прав. Вы сегодня увидели много мастер-класс. Это действительно интересно и увлекательно. Меня очень впечатлило то, что дети весь день задействованы в абсолютно различных мероприятиях здесь. Каждый день разные кружки, которые они сами могут выбирать. То есть у детей есть право выбора, они могут получить новые знания, обрести новых друзей. И как нам дети по секрету сказали, у них даже нет свободного времени, и оно им как бы не нужно, потому что оно здесь наполнено абсолютно, каждая минутка занята абсолютно разными эмоциями. Те экскурсоводы, которые сегодня с нами были, сказали, что им даже некогда не грустить, не печалиться и даже не скучают по родителям, потому что здесь очень весело, и многие уже не первую смену здесь проводят, не первый год. Дети показали парламентариям свои отряды и рассказали о занятиях в хобби-клубах. Вот так танцами весело и задорно дети из Наукограда заканчивают каждый свой детский кружок. Мы решили тоже не отставать и потанцевать вместе с ними. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».